back. Take Oksana to be your wife. Do you promise to love her, cherish and protect her, forsaking all others, holding only to her forevermore? I do. Сегодня, 26 сентября 2015 года, в городе в Такоме, по местной церкви Славе Christian Center родилась новая семья. И я имею такую привилегию в первый раз представить как женатую пару Дэвид и Оксана Чейн.